Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня ваше внимание хочу представить очередную свою посылочку, очередной раз пришедший интернет-магазин AliExpress, и это, кстати, уникальная посылка. Уникальная она, расскажу чем. Эта посылка у меня была, скажем так, в подаренных почте, назовем это так, я не знаю, как это правильно назвать. Просто однажды, смотря на пост, трекер, по-моему, называется, где это, трек-коды. У меня там высветилось, что данная посылка была вручена мне чуть ли не в 12 часов ночи, ее мне вручили, когда почта уже как бы не работает. И а-ля-то поля, может, как же задержка там приходит информация. Ну, я пошел на почту на следующий день, думаю, как так, что-то я не помню, что я ночью ходил, получал какую-то посылку. Пришел на почту, там, да-да-да, посылка вам была вчера вручена, вы точно это, вы ее получили? Я говорю, я ее не получал, потому что в такое время я не мог ее получить. Ну, там сказали, что это может быть задержка, там могли в конце рабочего дня ее вручить, просто информация пробилась то где-то в 12 часов ночи, ну, ладно. Но я все равно там не был, они ее начали как бы искать, ну, и как бы не смогли найти. Извините, все дела. Ну, я, короче говоря, не стал париться, а данная посылка обошлась мне, я не помню, около 100 рублей или чуть больше 100 рублей. Я уж не стал там, скажем так, никакие скандалы поднимать, ради таких копеек мне пофигу, потому что у меня и так там на почте уже сколько я их получаю посылок, меня там уже все знают. Скажем так, и они уже несколько одолжений делали по некоторым делам. Ну и получается, что ладно, я забил на нее, и что вы думаете, где-то, наверное, через месяц мне приходит извещение, я прихожу, и эта посылка лежит на почте. То ли вообще сбой какой-то произошел, не знаю, у них там, что они вручили ту посылку, которой как бы не было. Либо это посылка повторно пришедшая от китайца, что он повторно мне прислал посылку. Я не знаю, честно сказать, что это за посылка. Либо это та же самая, просто какой-то у них был сбой. Либо мне ее, правда, повторно китаец прислал. Понятия не имею. Если повторно прислал китаец, то ему респект. То есть ничего особенного. Здесь, я говорю, копеечная вещь. Брал вообще просто так, по большей части, вот ради скрепки. Вот это, конечно, скрепку можно вообще купить отдельно там за... Сколько она там стоит, какие-то копейки, но... Просто нужна была подобная скрепка для просто расходника. Ну, конечно, блин, тоненькая она, плюс кривая вся. Ладно. Просто иногда приходится что-нибудь в телефонах ковыряться, доставать нормальные скрепки из коробочек с телефонами. Из-под телефонов неохота, а здесь вот будет валяться и все. Плюс вот такие вот отвертки, которые, конечно, мне вообще уже как бы не очень нужны, поскольку есть та же самая же Xiaomi WoW Stick, который рулит. Так что вот так вот. Ну, заодно здесь есть и вот. В основном все... Так, нет, это у нас под iPhone звездочка. Это шестиконечная звездочка. Это еще одна шестиконечная звездочка. И это у нас Philips и шлицевая отвертка. Плюс, помимо этого, мне, конечно, еще нужны... Эти штуки, только это вообще из какого-то жесткого пластика, так что я думаю, они разлетятся сразу же. Просто я сломал парочку таких штук, так что пригодятся. Ну и медиатор еще. Мой один такой медиатор вообще сточился полностью практически, так что пригодится. Ну, присоска у меня есть. Короче говоря, из этого в основном, что пригодится, наверное, по большей части, это вот это вот. Ну, в крайнем случае, можно еще, наверное, шлиц и какую-нибудь такую вот крестовую. Это Philips, это для ремонта каких-нибудь там очков и тому подобное. Это же в основном расходные материалы. Не знаю, посмотрим. Просто все-таки тем же стиком это очки не очень там удобно в некоторых случаях подлазить. А такой более... Удобно. Ну, все равно все пойдет в дело, посмотрим. Ну, такая вот небольшая посылочка, вот с такой интересной, надеюсь, для вас была историей. Так что вот так вот. На этом все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока и до встречи.